Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Kill Monsters to Save Princess. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него будет, как всегда, в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд, и в принципе можете выходить с него. А дальше переходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита. И скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Splash, напомню, то, что используется с ключ-системой. Star без ключ-системы. Сегодня в ролике, кстати, буду показывать Star Beta. Первый ролик, в котором я буду показывать его. Также небольшой спойлер дам. Совсем скоро я уже буду снимать видео, как скачать этот чит. Как его настраивать, как менять фоны и так далее. Также в нем недавно вышло обновление. Добавились вкладки. То есть вот здесь вот появился плюсик. Мы ему нажимаем, и появляется вкладка. Также ее еще переименовывать можно. Ну, все это я покажу, когда буду снимать видео, как скачать этот чит. Так, значит, дальше копируем название игры. Вставляем в поиск, нажимаем поиск. И вот есть два скрипта. В принципе, какой вам больше нравится, тот можете использовать, но сегодня в ролике буду показывать первый по счету. Чтобы его получить, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру. Открываем чит. В чит вставляем скрипт. А дальше заходим в настройки. И в настройках есть два DLL. Либо VRDevs, либо Kernel. Точно сказать не могу, на VRDevs не проверял, работает он или нет, но на Kernel работает. Ну, в принципе, я как обычно использую Kernel, напомню то, что он используется с ключ-системой, этот DLL. Дальше возвращаемся обратно, нажимаем Inject и ждем, пока заинжектимся. Ага, у меня ключ просит. Окей, давайте сейчас я тогда быстренько ключ получу. И мы с вами продолжим. Все, я получил ключ. Значит, мы его копируем. Заходим опять в игру, ну то есть открываем экран игры, а дальше открываем вот это окошко, в это окошко вставляем ключ и нажимаем Enter. Все, отлично, инжект прошел, а дальше все, что нам остается, это нажать на кнопочку Xcode. Нажимаем ее и ждем, пока загрузится скрипт. Все, скрипт загрузился, отлично, сразу же давайте проверим первую функцию, это AutoHatch. У меня хватает на яйцо, которое стоит 250 монет. Значит, отходим от яйца, проверим, работает это на расстоянии или нет. Я нахожусь в первом мире. Здесь, получается, нужно выбрать яйцо, на которое вам хватает. Вот у меня на 250 хватает коинов. Также есть яйца за гемы, но я их здесь не вижу. Здесь, скорее всего, их нету. Ну ладно, не суть. Дальше нажимаем функцию Open. И, как видите, на расстоянии... Автооткрытие яйца работает. Это очень четко. То есть, по идее, когда вы фармитесь, убиваете мобов, то автоматически еще можете на расстоянии открывать яйца. Мне кажется, это очень круто. Можно будет сейчас это проверить. Так, вот мне выпал меч. Надеваем его. Все отлично. Почему-то у меня вот эта палка есть. А ее, кстати, снять можно? А, это типа палка, грубо говоря, сейчас стала как питомцем. Что-то типа такого. Короче, ладно, не суть. Самое главное то, что автооткрытие работает. А дальше заходим, получается, в раунд. Сейчас ждем 10 секунд, пока он запустится. Заходим пока в автофарм. И здесь есть два вида фарма. Сейчас я вам их покажу. То есть вы двумя способами можете фармиться. А также можно себе выдать скорость. Как видите, я начинаю быстрее бегать. Значит, первый способ — это вы выдаете себе скорость. Дальше включаете автодамаг, вот так вот по ним пробегаетесь и убиваете сразу, моментально, как видите.
Они даже дамаг не успевают мне наносить. Как видите, это вот первый получается вариант фарма. И есть второй вариант фарма. Это просто вы становитесь на одном месте, включаете функцию AutoBring Mobs и смотрим, что происходит. Они просто спавнятся впереди меня. То есть, грубо говоря, стопятся. Никак мне дамаг не могут не нанести. И, как видите, автоматически мы их убиваем. То есть, это вот второй способ, который можете использовать. В принципе, и тот способ работает. Но вот этот второй способ, как я вижу, тут очень много вот этих мобов он захватывает. Не знаю, хорошо это или плохо. Но в любом случае, я думаю, ничего хорошего. Потому что, как видите, они даже немного лагают, забагиваются и так далее. То есть, короче, как вам по душе, какой фарм лучше? Первый или второй, в принципе, сами решайте, так и этим фармом, получается, пользуйтесь. Давайте проверим автооткрытие. У меня хватает на яйцо, которое стоит 50 монет. Я его выбрал, включаем функцию. И, как видите, моя теория подтвердилась. Мы можем даже открывать яйца, когда уже находимся в игре. Это очень четко, то есть вам никуда не нужно выходить, то есть вы можете полностью до конца дойти, если здесь есть конец, получается, вот этой полосы, или вот этих раундов. А, да, есть конец, получается 100 максимум их. Окей. Получается, вы можете не выходить и на расстоянии яйца открывать, и все, и будете тем самым очень быстро проходить вот эти уровни, всякие разные. Кстати, а можно их одеть или нет? Да, можно одеть. Отлично. Это, как я понимаю, еще дополнительный дамаг прибавится. Четко. Ну, по функциям вроде бы все показал. Единственное, что осталось, это получается автостатс. А, еще редемит алкодес. Окей. Давайте, короче, все-таки выйдем. Все, я вышел. Не знаю, прибавится мне какой-то бонус или нет. Но вроде не прибавился. Нажимаем Redeemed All Codes и смотрим, что происходит. Как видите, коды, которые были в игре, они автоматически активировались, и мне, получается, прибавили монеты и гемы. В принципе, довольно круто. Так вот, насчет автостатс. Не знаю, можете пользоваться через скрипт, либо же через саму игру, как вам удобнее, так и делайте, в принципе. Я вот могу прокачать 7 раз что-то. Давайте качнем, допустим, атаку. Жизни у меня и так не нравится. Кстати, вот можно только атаку качать, и все. Все, полностью атаку прокачал. И, естественно, теперь еще быстрее буду убивать этих мобов. Вот. В принципе, все функции показал. Буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, напомню, то, что будет в описании. С вами был Айзбан, всем удачи и пока.